Так, ну что ж, всем привет, дорогие друзья. Давно мы с вами не виделись, а мы продолжаем играть в Far Cry Primal. Мы в прошлой серии, помню, приручили кровавого клыка. И, как я сказал, больше я охоту записывать не буду и даже не собираюсь. Ну его в жопу. Потому что, как говорится, слишком много времени занимает. Прошло 2 месяца, как я выложил последнюю серию. Очень дохренище времени. Как всегда, я за это извиняюсь, но вы мое положение тоже понимаете. То, что не всегда я успеваю это делать. Так, вот это вот я все и без вас займу. Мы будем двигаться по сюжету. Вот мы сейчас охотились за кровавым клыком, получается. Что же получается? По сюжету нам надо бы, по-моему, идти на север, вот к этому чудику. Очень высокая сложность, хотя я не знаю. Давай, скорее всего, мы вот сюда придем сейчас к воину нашему, к Арушу. Да, у него вроде задание, да? Так, а еще вот у... Вуги есть сложное задание. Я хочу у Каруша задание на севере сделать. Потому что считаю, так нужно. Остальное, я думаю, то, что сейчас самое сложное, это север. Надо вот начать с севера, я считаю. Ну-ка, давай. Как на тебе поехать? Куда ты убежал? Давай, поехали, родной. Все, едем по оружию. Че, вот дубинка, копье. Давай с копьем поедем. Копье мне больше уверенности доставляет. Так, вот это соберем. Будем еще собирать ресурсы заодно. Ух, хрена себе, что тут происходит? Тихо, не падай. Аккуратно. Окошки на лапы приземляются, кстати, поэтому ты не должен расшибиться. Промеж деревьев трескался. Нормально летим, хорошо. Мне нравится. Так, аванпост Тварши. Но меня не волнует. Мы к нашему мастеру Карушу идем. Собираем все, что можно. Вокруг. Так, он что, за горой, что ли? Ну ладно. Мы... Умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет, как говорится. Кстати, а что у меня показывает? Я могу... Так, тихо, я забыл, как открывать, прикиньте. На Ай, по-моему, да. Лук улучшить. А я, по-моему, делал... Да, я вот такой лук сделал, зачем мне этот лук улучшать? Урон 3 будет. Не, а смысл вот мне его прокачивать, да? Ремень для дубинок можно сделать. Ну давай сделаем. Поехали дальше. Так, вот здесь вот у нас что, какой-то тайничок. Так, спешится. Обыскать. Обыскать это всегда хорошо. Так, и тут у нас тоже обыскали. Тут погреться, кстати, можно? Не, нельзя. Почему? Вру. Ладно, пофиг. Не будем мы греться. Будем выполнять задание. Ну,
Так, это добудем. Давай. Защитите мамонта, оседлайте его и раздавите охотников удом. Давай. Мамонты следуют за тотемами удом, надо разрушить тотемы. Блин, реально не замерзнуть бы. Погнали разрушать тотемы. Мне сказали задание оседлать мамонта. Давай-ка мы спешимся с тобой, друган. Ты пока это... убей их. Ой, тихо, тихо. На какую хилиться, я не помню. Я реально забыл, на какую хилиться. Так, и вообще, надо бы это... Кью, не кью. Ой, это... Не, тихо, сову не надо. На Х. На Цшку. На Эшку. На М. Не, не на М. Жесть, я забыл, на какую хилку получше применять. Ай, О, П. Т. Т это у нас камень. Джей. К. Так, а я не помню, на какую нормальную хилку-то делать. Ну ладно. Бывает. Вспомним потом. Время придет, вспомню. Так, а что с мамонтом-то делаем? Братан, поехали. Ай, хорош, давай, погнали. На. Класс. А еще на моменте тепло. А не, это не тепло, просто рядом с огнем тепло. Какие тотемы-то надо разрушить? Вот это... А, вот это что? По кайфу вообще. Где сложность данного задания, что я его в холод делаю. Не зря изучил навык езды на мамонте. А с хилками потом разберемся. А если Ctrl зажать? А, ладно, не. Забыл. Бывает, да? Взял и забыл. Мамонта зарубили. Прикольное задание. Чего вы его сложным-то назвали? Отличное, я считаю, задание. Эту зону мне еще показывают, я не закончил, да? А, вон, да? Да. Как я не заметил. Пойдем теперь вон ту зону чекнем.
нас времени маловато. Поэтому надо поторопиться. Отлично. Вернуться на моменте к его стаду. Ну давай. Вернулись. Ухай, мама. Ты иди, мамонт. Вот и все задание. Тихо! Моего этого-то не трогай. Так, мамонта раздавили. Перемещаемся по фасту, чтобы нашего тигра не обижали. Холод заодно восстановили. К навыки, значит. 5 очков. Так, давай вот его качнем. Полезно будет. И вот это вот офигенный навык. Теперь мы отмечаем тебя. Сложность высокая. Идем по сюжету. Выполняем задания основные. По фастику. А это что за задание? Не, я не буду никого спасать. Заодно собираем ресы, которыми можно прокачаться. Так, мешок почти полон, мне пишут. Я не буду никого защищать. Это я потом и так наиграюсь, если захочу. Так, немного осталось. В земле удом, во. По кайфу. Найдите редкий желтый северный лист для сейва. Давай спешимся. Так будет круче. Тихо, не падать. Так, знаешь, что сделаем? Вот так вот сделаем. Я промахнулся, реально? Вот дурак. Ладно. Туши. Так, я думаю, вот так поедем. Так будет круче. Редкий желтый лист найти. Вообще, мне кажется, он это. И мы же его в этой зоне ищем, да?
Отмечать его нам не захотели. А чё так быстро ушел-то? Там что ли надо искать? Жесть. Может, вот? Не похож. Так, где лист-то? А вот это вот считается? Считается, давай проверим. Зеленый лист. А надо желтый, не замерзнуть бы. Ну-ка, а вот если дубинку поджечь, мне теплее станет, да, все. А на дубинке теплее. Все круто. Только вот как залезть. А, что за баг? Ну-ка, друг. Ну-ка. Да что за говно-то? Да, успел. Все, спасибо. Может, он здесь? А, вот он. Все. С какой-то отравой. Смотри-ка, листочек. Это кто? Оу! Подъехали. Проблемы. Тебя в доме мягкокровных Винджа. Теперь ты ходить по земле Удом. Прикольный чел. Удом болеть огнем в голове. Удом умирать здесь. У может скормить тебя Удом плоть мягкокровных, делать Удом сильнее. Потом улыбить мягкокровных Винджа. Жесткий, с медведем вон на спине. И в чем прикол? Теперь в вашем тайнике... Удом отобрали ваши вещи. Ну, я люблю такие задания еще с Far Cry 4. Да-да-да, вот повторение пошло. Найдите крюк, чтоб свалить. Вот мы нашли крюк. Жесть.
Ай, хорошо. Отремонтируйся. Ну, сейчас посмотрим, что у них здесь. У нас ничего нет. У нас только крюк. Вот мое оружие, надо брать. А, стелс. Что быстро снаряжение мы нашли. Я сохранять тепло или холод убивать меня? Ну давай. Мне кажется, я сюда должен был прийти. Фига их тут до хрена. Ну давай подеремся. Вот я думаю, здесь какой-нибудь выход будет. Так, вот этот чел уже что-то заподозрил, смотри-ка на него. А мы сейчас пробежим, что нам? На изи. Так, вот здесь вот проверим, что у нас. Так, а здесь у них что происходит? Больные, что ли? Не пойди в контору, брат. Да, у меня есть этот навык все-таки. Сейчас вот так вот тихонечко сюда и все. Чего? Чего? Я думал, там вода. В смысле? За что? Погоди, за что? Там же вода. А, вот как, на тап менять хилку. Все. Я разобрался.
Странные какие челики, Иван, давай разберемся. Не будем их жалеть. Чё, реально? Ну давайте подеремся. Ух. Тихо сваливаем. Ух, какой, блин. Ух, блин. А ты жесткий перец. Так, ладно, с ним подрались, дальше драться не будем. Нам же свалить надо, так? Так. Вон там вот жопа. А тут, видать, пещера просто так, что ли, без выхода? Вот это вот еще проверю, вот тут проход. Да, вот здесь выход. Контрольная точка прошла. У-у-у. Да не кидай говном. Отстань. Не надо, не надо, не надо, не надо. Не надо. Ты страж пещеры? Так, мы сейчас смотри, что делаем. Да. Да сожрут тебя пчелы. А еще можно? Я даже не знаю, что делать, пацаны. Бронированный, блин. Так, мы сейчас его оббегаем, и все, и проблем нет. Вот этого залутаем. Тебе просто пропишем. Ты что, бронированный, что ли? Это тоже бронированный, прикинь. Так, бежим немножко осталось. Я думаю, сейчас вот здесь добегаем и серию завершаем, потому что она уже минут у нас на 30 получается. Кто, кто? Побежали, побежали, смотри какие. Женщины. Так. Вот тут вот нам немножко осталось. А нифига. Чё же такие бронированные-то, а? Опа. Так,
Ладно, и ты остался. Хорошо. Я бы даже сказал, отлично. Давай, полезли. Так, подхилились. Это обыскали, едем дальше. Все, миссия пройдена. Земли Удом завершено. Это что за загрузка? А, заставка. Я знать, Удом тебя не убить, а не пытаться. Желтый лист с севера. Он защитит тебя от паров. Скоро ты узнать. Потом Такар охотится на Ула и брать его ухо. А, вы два разных человека? Так, получается, вот нам открылся путь в земли, где правит Ул. Мы пойдем, скорее всего, с этих точек. Сначала вот этого нашего другана освободим в следующей серии. Потом пойдем на Удом уже. Как говорится. И вот так вот все сделаем. Так, у нас по изготовлению что? Вот это вот не знаю, что такое, что-то прикольное, ну, может, посмотрим. Вот это вот какой-то лук с двумя стрелами. Хижина Джейма надо прокачать, редкий южный клен. Но с двумя стрелами двойной лук, это жестко, надо будет качнуть. Займусь этим за кадром, наверное. Так, с помощью зрения т-т-т-т. Ну и по очкам нам особо много и не дали, в принципе. Ладно, дорогие друзья. Землю Удом, надо готовиться, прежде чем нападать. Подготовлюсь, да. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Тутем Пал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте писать комментарии. Всем до скорых встреч, друзья, и всем пока, всем удачи.